точно крупнейший форум, фестиваль по кибербезопасности в России. Есть специализированные форумы за рубежом, но такого формата, который мы организуем в этом году, а именно фестиваль для всей семьи, лично я, путешествуя по разным странам, ни разу не видел. И сейчас мы ожидаем на площадке в самом парке Горького более 35 тысяч человек за два дня форума 19 и 20 мая. Мы специально сделали его частично в рабочую неделю, пятницу, и частично в субботу, для того, чтобы как можно больше гостей к нам смогли прийти. Я думаю, там будет очень большой поток людей, просто гуляющих по парку, и которым будет интересно ознакомиться с какими-то базовыми знаниями относительно технологий. Так что это десятки тысяч человек, которые будут на площадке. В дополнение к этому у нас будет огромная онлайн-трансляция непосредственно от Позитива и через всех наших партнеров. Поэтому, ну, прям сотни тысяч человек, охваченных в онлайн-пространстве, совершенно точно случится. И теперь, если взглянуть на эти цифры, ну, есть ли какие-то аналоги в России, вот, я не знаю. Поэтому я смело утверждаю, что Positive Hack Days – это самый крупный в России фестиваль теперь уже по кибербезопасности. Мы живем в очень цифровой стране. Мы уже забыли, когда последний раз делали что-то руками, там, вызывали такси на улице, голосуя, или стояли в очереди в ЖКХ, или ездили в банк для того, чтобы получать там карточку. Мы окружены цифровыми сервисами. Но мало кто знает, каким образом этот цифровой мир устроен. А самое главное, можно ли ему действительно доверять. Очень много существует мошеннических действий, которые направлены на то, чтобы вот используя технологии, обмануть пользователя. И очень важно во всем этом разобраться. Поэтому ключевой темой нашего Positive Hack Day с этого года является доверие к технологии. Доверие, мы считаем, строится из двух важных факторов. Во-первых, это знание, понимание того, какие технологии тебя окружают и как они работают. А во-вторых, это некоторый твой персональный, может быть, где-то эмоциональный опыт при взаимодействии с этими технологиями. Поэтому на Positive Hack Days у нас будет не только информационная составляющая, не только доклады, не только выступления, не только какой-то контент, но там будет очень много развлекающих мероприятий, очень много вовлекающих мероприятий, вплоть даже вовлекающих для всей семьи, которые как раз позволят получить и знания, и внутреннюю такую уверенность в том, что технологиям можно доверять. Программа у нас состоит из двух блоков больших. Это программа для всех, всей семьи, где на очень понятном языке можно будет понять устройство цифрового мира и почувствовать его. Но кроме этого, у нас есть еще и закрытая часть, проход в которую производится по билетам. И там уже привычное всем сообщество айтишников, кибербезопасников, представителей бизнеса, госпредприятий, весь вот этот сплав, который традиционно присутствует у нас на Positive Hack Days, будет обсуждать ту же самую тему, но только на сильно большем уровне глубины. Да, у нас будет более 100 человек иностранных гостей, и это гости из дружных стран, например, Арабские Эмираты, Индия. И, вы знаете, вот эта новость с санкциями, она скорее являлась стимулом для того, чтобы Positive Technologies стала еще более публичной компанией. Потому что мы хотим нести какую-то свою правду в мир, рассказывать о себе, рассказывать о реальном устройстве индустрии кибербезопасности. А в свою очередь, эта открытость перед широкой аудиторией, она является залогом доверия. Так вот, мы ведем себя очень открыто, и вот дружественные страны, те, кто будет присутствовать на мероприятии, из них показывают то, что действительно это остается интересным всему миру. Просто какой-то мир может приехать сейчас на наше мероприятие, какой-то не может. Ярким, наверное, показателем того, как относится широкая аудитория к Positive Technologies, является количество инвесторов, которые инвестируют в нашу компанию. Вот мы присутствуем на бирже 1.5 года, и за эти 1.5 года у нас порядка 150 тысяч человек-инвесторов, это физики-инвесторы, которые узнали о компании,
поверили в нее и проголосовали, как говорится, рублем, то есть вложились в наши акции. Я думаю, что для такой экзотической индустрии, как кибербезопасность, все-таки мы не кладем трубу, мы не качаем газ, мы не отгружаем колбасу. Очень нишевой, казалось бы, сегмент бизнеса. Но с учетом того, что мир развивается, цифровой мир развивается, везде, где есть цифры, есть кибербезопасность. Она обеспечивает базу доверия. И вот осознание этого вот этими 150 тысяч человек инвесторами говорит о том, что они знают, понимают, им очень интересно. Ну и мало того, ежемесячно наша база растет. Плюс все-таки мы сейчас очень открытая компания. Мы рассказываем и свою финансовую отчетность, управленческую отчетность, и просто много говорим об индустрии. И мне бы очень хотелось, чтобы об этом, о нашей индустрии узнавало как можно больше людей, и они бы шли работать в IT, в кибербезопасность, они бы инвестировали в эту отрасль. Потому что чем больше людей заинтересовано отраслью, тем больше сил финансовых, человеческих, идейных это привлекает. Я думаю, что сердце форума – это его посетители. Вот Positive Hack Days известен как сплав бизнеса, технарей, ресерчеров, госов, который варился вот долгие годы внутри. Вот было такое вот сердце. А сейчас это сердце с организацией большого киберфестиваля «Парк Горького», это же городской уровень, оно стало намного больше за счет того, что еще больше людей узнают о том, что существует такая отрасль, и придут, что-то интересное для себя вынесут. Поэтому вот доверие к технологиям, которые есть у нас, ключевая тема, она же все-таки проникает в это сердце, наверное, двумя способами. Первое, сердце знает, понимает, оно поэтому спокойно, а второе, оно прямо чувствует, оно проникается. И тот и другой опыт можно будет получить у нас на нашем фестивале, который, кстати говоря, закончится большим концертом групп представителей IT-индустрии нашей. И еще у нас будет одна интересная фишка. У нас в этом году исполняется юбилей 130 лет великому поэту русскому Владимиру Маяковскому. Так вот, мы с помощью искусственного интеллекта восстановили его голос, основываясь на записях, которые имеются. И он будет соведущим на основной научно-популярной сцене нашего фестиваля. Так что, кому интересно посмотреть на восстановленный голос великого Маяковского, кому интересен цифровой мир и кто хочет понять его устройство и почувствовать его, приходите и вместе выращивайте, участвуйте в нашем большом сердце.